сегодня мы переведем наш скутер на необычное альтернативное топливо. Это мусор. Мне должны приплатить еще за это. Нет! Ничего себе! Ладно, сколько? Сейчас взорвется! Беги! В нашем городе принято выкидывать бутылки в речку. Вот они и собрались здесь в одном огроменном заторе. Сейчас мы соберем часть бутылок в мешки и путем пиролиза на самодельной самогонной установке получим из них газ. И будем на этом газу ездить. У нас есть вот такая вот супер-пупер установка. Это по сути старый самогонный аппарат. Из старой канистры мы сделали реторту. Это, короче, такой бак, в который мы будем кидать всякий мусор. Там он будет нагреваться за счет костра, испаряться внутри, без доступа кислорода. Этот пар будет идти по патрубку в холодильник, где он очистится от тяжелых фракций. Нужно как можно плотнее туда напихать, чтобы у нас был больше выход, больше результата. А ну попробуй пропустить, давай. Они осядут, оно нагреется. Потом раскрутим хоть. Тут должен я чуть-чуть выпалить. Все. Канистру теперь заряжаем в наш кожух. Руки. О, точно. Теперь соединяем патрубки. Устанавливаем прокладку на высокотемпературном соединении. Чуть-чуть. Пошла, родимая. Главное четко попасть, чтобы не травило. Это когда-то было частью холодильника. Если у нас все получится, то мы получим топливо без каких-либо материальных затрат. Разогревать реторту мы будем дровами, которые бесплатно. А сам, собственно, попутный газ у нас будет получаться из бутылок, то есть из мусора. Тоже, по сути, бесплатно. Да-да-да-да. Эх, огонь. Да, можно еще подкинуть пакетиков. Попутный газ пошел сразу, мы только зажгли. Но, возможно, это еще воздух вытесняется. Ого. Ничего себе! Да не рано, еще рано. Еще воздух вытесняется пока. Как вы думаете, что сейчас будет? Взорвется или у нас все-таки получится? Пишите в комментариях. Баблер перестал работать. Это очень хорошо. Газок идет, газок. Давай. Хороший газ. Так и хочется его чиркнуть. А он не горячий? Так потому что он проходит через змеевик. Ой, газ, смотрите, какой чистый пошел. Как зажигалочный такой. Что-то мне подсказывает, что на этом газу будет нормально скутер работать. Да, зажигалочный газ, типичный. Мы решили напустить газ пока что в пакет, а потом с помощью компрессора его закачать в баллон. Запах специфический этого газа. Напоминает, конечно же, он пластик. Померяем температуру. Здесь вообще 450 показывает. Здесь 260, на штуцере 118. То есть температура газа довольно высокая. Но интересно, что уже здесь он еле теплый. То есть он остужается, получается, пока проходит через эту трубку. Немножечко чувствуется запах газа, потому что его где-то травит. Кстати, пакет потихоньку наполняется. Ничего себе, вы загрузили реторту. Ля, забито битком дровами. Сейчас будет что-то страшное. 485 в баллоне. Это нормально. Он не вздувается? Ля, на пакет, гля. Газ активно пошел. А что это значит? Перегрузка. 130. О, пакет сейчас лопнет. Он сейчас бахнет. Быстрее, газ выходит, халявный газ. А, пакетик. Быстрее. Тяжелый газ. О, все, отлично. Натягивай, прям втягивай все. Угу. Вау, прям. Ну что делаем с пакетом-то? Бахнем его, очень не бахнем. Сейчас будет экшен. Мы его хотим проверить на горючесть, то есть поджечь фитиль и посмотреть, что будет. Поджигай! Окей, поджигаю. Давай. О! Сейчас что-то будет, народ. Давайте посмотрим. Он просто загорелся, блин, это ярко-то! А я, кстати, так и говорил. Он класс! Так... А пакет прям... Он вообще не взрывоопасный, он просто горит, и горит очень классно. Кстати, пока мы балуемся с этим пакетом, у нас уже надувается новый. Ха-ха-ха! Горит ярко, спокойно, без взрывов. Хороший газ. Хочешь собрать такую установку? Тогда без хорошего инструмента не обойтись. В интернет-магазине Кувалда.ру вы найдете большой выбор измерительной техники, лазерных термометров, сварочных аппаратов и газовых баллонов. А если вы планируете экспериментировать с разными видами топлива, но вам нужен источник энергии, в Кувалда.ру можно заказать надежный бензогенератор. У Кувалда.ру есть также свой канал на ютубе. Например, сейчас они строят дикую газонокосилку на 400 лошадиных сил, чтобы гонять на ней и косить. А сейчас самое интересное. Мы совместно с Кувалда.ру разыгрываем
выигрываем сертификат на 30 тысяч рублей, который можно потратить на покупку любого их оборудования. Чтобы побороться за приз, нужно подписаться на YouTube-канал Кувалда.ру, нажать на колокольчик и оставить любой комментарий в последнем видео. Ссылку на нужное видео на канал Кувалда.ру оставлю в описании. Заходите, подписывайтесь на Кувалда.ру, смотрите видео, участвуйте в розыгрыше. Где-то прорыв произошел. Вы слышите этот звук страшный? Да, успокойся. И не видно где. Нет, это не с крышки. Откуда? Снизу где-то. А они закрутки случайно, которые варили? Нет. Это где-то на дне. Я вижу, вон, прям зна. Вот. А, все, я увидел. Видите, как обидно. На самом дне прорвало. Ракетный топливо. Реторта нас подвела. Но тем не менее, пакет уже почти надут. И можно будет сейчас этот газ вкачивать в наш баллончик. Ну все, кажется, остановилась выработка газа. Попробуй чихнуть. Не, еле-еле горит, видите? Шлангу натягиваю на компрессор. Сейчас мы попробуем закачать. Все, что мы выработали в наш баллон, стартуем. Что слетело? А походу отсюда. Не-не, вот что бахнуло, я уже вижу. Бахнуло шланг, и шланги выскочило. Но почему? Дубль 2. Придержи руками, если начнет распирать, говори, я выключу. Давай. С другого почему-то места. Оно не заходит сюда, в баллон. А, там может быть обратный клапан стоит. Это вот поэтому дико. Написано, что нельзя перезаправлять. И вот такие будет. Баллоны делают. Клапан засунули, мы его не можем заправить. На следующий день мы нашли нормальный баллон и продолжили эксперименты. Наша реторта остыла, и мы решили проверить, что же там осталось. Сейчас мы все это дело раскрутим. Держим плоскогубцами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всю трубу заело ежик. Вся труба забилась. Сейчас мы попробуем отверточку это дело. Какой запах противный. Выколупать. Сера, им полностью забита труба. Стоп. Горит как пластик, дымит. Ладно, открываем реторту. Вот пробитость. Тут ржавчина, видимо, коррозия и прорвала в этом месте. Вот сквозная дыра, короче, видна сейчас четко. По чуть-чуть, идет. Все. Против Кувалды ничто не устоит. Ой, какой звук. Ну что, народ? Смотрите, что у нас внутри. Ёлки-палки. Видите? Часы. Так, смотрим, что осталось от двух. Блестящие штуки. Без запаха вообще. Это зола. Все. 100% выработалось. Прах. Дырку мы успешно заварили. А для того, чтобы плотненько уложить наши бутылочки, мы будем использовать наш фирменный бутылкорез. Звук такой прикольный. Загружаем. Сейчас мы закачаем газ в этот баллончик. Вы только полюбуйтесь. Но прежде нужно как-то пробить трубки от парафиновых фракций. Давление газа в канистре повышается. Я думаю, сейчас пробьет. Смотри, чтобы она не вздулась, канистра. Здесь горячий. Значит, туда доходит. Дневник теплый. Он должен пропускать газ. Он обязан просто. Знаешь, как можно его пробить? Слить воду отсюда. Нам надо, чтобы он нагрелся и пробило его жаром. Ой, гляньте, что творится! Ой, газа сколько! Сколько газа? Я дышать это не могу! Сейчас от огня! Сейчас взорвется! Беги! Вздулась реторта? Чуть-чуть, да. Бля, как булькает! Бля! Вау. Пробило! Да, я закрыл газ! Ля-ля-ля, снимай! Ничего себе! Какой... Я же говорил, надо реторту было нагреть. Вы видели такое? А что это налипло там? Зачем? А вот теперь можно воду заливать. Ты слышишь, что зловещая булька? Что? Горячо! Надо проверить, чтобы он был горючим. Ну если вонючий, значит и горючий. Ну что, давайте подключать. По чуть-чуть открывай. Пошло. Не, ну видите, как сколько газа, да? Давай больше, а ты там сразу. Вау. Что, подсоединяем, качаем? На тягу сюда. Сюда. Мне должны приплатить еще за это. Вот это лапочка. О, пакетик я сюда положу. 13. Короче, наш газон заходит туда. Давление растет. Уже 3 атмосферы.
барьеры. Интересно, выдержит? Я боюсь, что шланга может лопнуть. Ну что, друзья, мы все-таки закачали в этот баллон сколько смогли. А конкретно 3,5 атмосфера. А еще, если он у нас кончится, у нас еще осталось в пакете газочек. Обороты плавают. А ну как много газа. Он мощнее, чем на бензине. Сейчас мы на кранике отметим это место, потому что нам удалось найти ту идеальную пропорцию, при которой он очень мощно газует. И завтра мы проверим, сколько же можно проехать на одном таком запасе газку. Это будет весело. Подключаем. Реле включилось. Газ, по идее, пошел. Ну, блин, лётим прям. Сейчас мы отправимся аж на самый другой конец города, на автовокзал. Вот наш баллончик. Нам сигналят что-то. У нас ГПО не сертифицированное, сейчас гаишники тормознут. Ну что, народ, мы на нем доехали на автовокзал. Смотрите. Ну что, ребят, съездил я в город. Проехал где-то 19 километров. Съездил в радиомаркет, съездил на автовокзал. Газа хватило. Его еще осталось достаточно много. Работает просто отлично. На этих бутылках мы примерно 30 штук загрузили. Можно проехать километров 30, не меньше. Газ калорийный, расход очень маленький. Все, что нам нужно для производства этого газа, это мусор и дрова. И все. Бери, вырабатывай сколько хочешь. Все бесплатно. Ничего сложного. Просто пропускаем мусор через самогонный аппарат. Думаю, после выхода этого ролика мусора станет гораздо меньше, так как его начнут перегонять в полезные вещи. Кстати, в Германии такие бутылки принимают аж по 20 рублей за штуку. Похоже, в нашей стране еще не поняли, насколько это ценный материал. А из парафиновых фракций мы сделали свечки. Ну что, льем?